Доброе утро! Сегодня мы приехали в Егорьевский рыбхоз, чтобы половить карпа фидером. Я постараюсь показать в этом фильме, как нужно правильно действовать при ловле с фидером на платнике, чтобы не остаться без улова, поймать карпа. Постараемся рассмотреть как традиционную фидерную ловлю, без каких-либо дополнительных причиндалов, так и попробуем позаимствовать кое-что из карповой ловли, чтобы улучшить наш результат при ловле с фидером. Первым делом по приезду на водоем, как обычно, естественно, мы замешиваем прикормку. Пока прикормка будет приходить в себя, набирать нужную консистенцию, мы займемся всем остальным промером, дополнительным раскладыванием того, чего мы еще не разложили, там, например, подсачек и тому подобным делом. Чем сегодня будем кормить, угощать карпа? В основе смеси будут два пакета Green Fishing Salapin Carp Lux. Карповая смесь. Дополнительно возьмем пакет клубника Carp Карась Green Fishing. Аромы. По аромам могу сказать, что себя зарекомендовали рабочим образом гринфишинговские аромы. Слива, клубника, тутти-фрутти, конопля, они все тут будут прекрасно работать. Ну, сегодня, поскольку я уже выбрал один пакет с клубникой, соответственно, я думаю, что я сегодня возьму клубничный ароматизатор и замешаюсь на нем. Кроме всего этого, карпа, конечно же, нужно кормить на убой, совершенно даже не так, как леща. Поэтому что мы еще дополнительно к нему ему будем предлагать в этой прикормке? Во-первых, мы добавим небольшую баночку кукурузы сладкой. Мы на нее впоследствии также можем и ловить. Во-вторых, мы также будем пытаться еще и на опарыша. Поэтому кормовой опарыш обязательно пойдет у нас в качестве животного компонента в нашу прикормку добавлять будем. В-третьих, в качестве крупной фракции у меня есть вот такие вот коробочки здесь. Премиум Carp Red, копенсовское карповое питание. Прекрасный пелец, который, я надеюсь, поможет нам сегодня поймать карпа. Также я ему приготовил Green Betaine. Прекрасное угощение для карпа тоже. Небольшие гранулы я взял. В принципе, если нет желания связываться со специализированным карповым питанием, у линейки Green Fishing есть специализированный такой тоже пелец. Эконом-вариант, скажем так. Давайте приступим к изготовлению прикормки. Начинаем составление смеси. Разрываем пакеты, высыпаем. Вот это у меня такая хорошая крупнофракционная карповая прикормка светлого цвета с красноватым оттенком. Эта прикормка тоже достаточно крупной фракции. С желтым оттенком. В целом получится светлая смесь с достаточно крупной фракцией. Перемешиваем все, что у нас оказалось в ведре. Вот какая смесь получилась. Воды я уже набрал. Теперь надо залить ароматизатор. Стесняться здесь не нужно. На 3 килограмма я вот целый большой флакон выливаю. Нам надо привлечь карпа быстрее к нам в точку ловли. Для этого, собственно говоря, нам эта прикормка и понадобится. Она будет активно у нас работать первое время, привлекать и механикой, и запахом рыбу в точку ловли. Ну и, как обычно, замешиваем, аккуратно добавляя постепенно воду.
На начальном этапе можно лить побольше воды, пока прикормка еще сухая. Впоследствии добавлять очень аккуратно, порциями. Продолжаем домачивать, аккуратно добавляя воду уже по чуть-чуть, потому что первоначальный замес сделали. И проверяем консистенцию прикормки, то есть как она у нас. Вот еще совсем чуть-чуть надо, и для первоначального замачивания будет здорово. Вот. Для начала все нормально. Сейчас она у нас постоит, заберет воду, и будем тогда уже домачивать. Пока прикормка настаивается, приобретает нужную консистенцию, займемся выбором точки ловли. Прежде чем перейти к промеру и выбору конкретной точки ловли, наверное, уже обратили внимание, я сегодня разложил два удилища. Почему я это сделал, зачем они мне понадобятся. Вот это удилище, это будет у меня рабочее, на которое я, собственно говоря, буду ловить. А вот это вот удилище, я его сейчас буду использовать для промера, а также я его буду использовать для стартового закорма вот такими вот специальными приспособлениями, которые мы подсмотрели у карпятников. То есть, вот есть такая ракета, чтобы ее кинуть, понадобится довольно-таки мощное удилище, но хэви-фидера, в принципе, будет достаточно. Почему сейчас выбрано отдельное удилище? Потому что основное удилище у меня фидер медиум. Он, ну, конечно, выдержит вот такую ракетку с легким кормом. Но, например, вот такой нагружать его ракеты уже, конечно, тяжеловато. Поэтому я специально взял heavy feeder, тяжелый, который спокойно совершенно справится даже с большой ракетой. Давайте немножко подробнее посмотрим, что это за такие приспособления, как мы сейчас будем их использовать. Ну, вот эти две ракеты различаются только объемом, поэтому мы пока одну отложим. Что это такое? Ну, это фактически, по сути дела, большая кормушка, которая может много доставить за раз корма в точку ловли. Причем, каким образом она доставляет? Если мы привыкли, что обычная фидерная кормушка доставляет корм на дно, то эта штука, вот этот вот красный наконечник у этой ракеты, это поплавок. То есть, когда она приводняется на воду, она переворачивается вот таким образом, и корм из нее высыпается. Специальное приспособление для закорма в стоячей воде. У нас здесь глубина небольшая, для закорма в стоячей воде прекрасно подходит. То есть, входит сразу много корма, за несколько раз можно перекидать довольно-таки большой объем, а потом кормушкой уже кормить, собственно, только конкретную точку ловли, точечно, аккуратно и уже на дне. Есть еще также вот такое вот приспособление, называется спомб. Что это такое? Это такая вот, видите, по форме бомбочка. У нее вот здесь есть специальный такой механизм, который открывает ее при ударе об воду. То есть, когда она ударяется об воду, она раскрывается, и корм, который в ней находится, выпадает. Поскольку она достаточно герметична, можно, например, доставлять кормового опарыша, можно обычную прикормку, ну и каждый использует на свое усмотрение. Какая еще у нее есть отличительная особенность? При обратном выматывании у нее аэродинамическая форма, которая практически не нагружает удилище. Соответственно, ну вот эту вот можно забрасывать совершенно спокойно и рабочим удилищем. Медиумом уж совершенно точно можно будет закинуть, не боясь за поломку удилища и за его перегруз. Конечно, если мы говорим вот о таких и более мощных приспособлениях для закорма, ну, потребуется, как вот я сегодня, разложить отдельное удилище, которым будем осуществлять прикармливание. Повторю, что практически любой хэвик где-то с тестом до 120 грамм нам подойдет для работы с вот такими вот
приспособлениями. Соответственно, есть еще один небольшой момент. Мы будем использовать два удилища. Нам нужно каким-то образом, после того, как мы нашли точку ловли, нам нужно как-то выставиться с ними так, чтобы они обязательно попадали в одну и ту же точку. Что закормочное удилище, что основное рабочее удилище. Как это сделать? Вот с помощью такой ракеты это делается очень просто. Закидывается кормовым удилищем эта ракета, она вот так всплывает, вот этот вот поплавок маркер будет виден с огромного расстояния, только мощнейший туман может помешать его разглядеть. Если тумана нет, вода чистая, вы его видите и по этому ориентиру забрасываете второй фидер. Ну, я, конечно, не учитываю такой вариант, когда катушки у вас одинаковые. Если катушки одинаковые, вы просто выставляете по оборотам и все. Если вот как сейчас у меня катушки разные, то по маркеру выставляется второй фидер на ту же самую дистанцию, и вы будете уверены, что там, где вы кормили, там вы будете и ловить. Все, мы никак не начнем промер. Прежде чем мы еще раз его начнем, еще пару моментов. Во-первых, вот это удилище, которое будет у меня закормочным, я оснастил специально шнуром, чтобы лучше чувствовать дно, чтобы, по крайней мере, понимать его структуру, какой оно бывает. И прежде еще, чем мы начнем промер, следует остановиться на том, какие, в принципе, у нас есть платные водоемы, потому что от этого будет многое зависеть. В принципе, есть несколько основных типов платных водоемов. Это могут быть либо подпруженные какие-то небольшие речушки, и образуется такая запруда. Это может быть искусственно вырытый котлован. Это может быть какой-то естественный водоем, который был взят в аренду. В зависимости от этого у нас будет несколько разный подход к исследованию глубины. Потому что в одних водоемах есть, допустим, русло, которое оказалось затоплено, и там глубины достигают там, до 6, скажем, до 8 метров. В других водоемах, вот как здесь, например, это искусственно вырытый пруд. Соответственно, серьезных перепадов каких-то глубин мы здесь не найдем. Здесь везде будет примерно одинаковая глубина. Поэтому досконально исследовать здесь дно мы не будем. Исследовать досконально дно на таком водоеме возможно все равно только с помощью маркера. По-другому нормальное толковое исследование не получится. Но если с этим не заморачиваться, в принципе, мы сможем выбрать точку путем протаскивания груза по дну и определения его структуры. То есть мы найдем более-менее твердый участок дна и там зафиксируемся. По опыту, вот в таких вот водоемах, в котором мы сейчас находимся, ситуация выглядит следующим образом. Практически все места примерно равнозначные, коряг здесь никаких нет. Каких-то серьезных ям или наоборот пупков, которые концентрировали бы вокруг себя рыбу, здесь нет. Рыба сосредоточена примерно по водоему одинаково. Единственное, что в основном, пока еще, к сожалению, несмотря на все усилия по популяризации нормальных, правильных способов ловли с современными снастями, все-таки большинство пока ловит на примитивные снасти, кидает недалеко, соответственно, там же оказывается и какая-никакая прикормка, и все-таки у карпа формируется такая зона приваживания, скажем так, в относительно непосредственной близости от берега. Поэтому, как правило, особого смысла кидать здесь на дальняк нету, только если, допустим, там установлены кормушки какие-то или еще что-то, то есть какие-то другие факторы, которые на это повлияют. Здесь ничего такого нет, поэтому, я думаю, мы исследуем прибрежную зону, досконально исследовать глубину не будем. Понятно, что здесь глубина небольшая, поэтому по разным направлениям покидаем грузик, протащим его и посмотрим, где более-менее такое жестковатое дно. На этом мы и остановимся, будем эту точку кормить, и в дальнейшем все решит прикормка. То есть нормально накормим точку, и к нам обязательно туда подойдет рыба. Итак, по нескольким направлениям забрасываем. И смотрим. Вот мы видим, что груз практически сразу же достиг дна. Так что наше предположение о том, что тут
не глубоко, они подтверждаются. И начинаем его волочить по дну, чтобы понять структуру. Вот местами он идет ровно, а местами начинает чуть-чуть за что-то цепляться. В принципе, этого уже нам достаточно, чтобы за эту точку зацепиться и начать на ней ловить. Но лучше все-таки прокидать несколько азимутов, посмотреть, где будет более интересная точка. Как обычно, на это времени жалеть не надо, потому что в дальнейшем оно окупится уловом. На других прудах при этих процедурах точно так же выясняется, есть ли коряги на дне, есть ли какие-то области с илом, области с твердым дном. То есть структура дна становится более-менее понятной. Ну вот опять-таки, поскольку водоем искусственный, практически вот во все стороны, куда ни кидаем, везде все относительно одинаково. То есть дно практически не представляет нам каких-то аномалий. Что в таком случае делать? Ну вот нашли, где несколько раз подряд зацепился груз. В принципе, можно выбрать эту точку и ловить дальше на ней. Для того, чтобы таким образом исследовать структуру дна, нужен довольно тяжелый груз. Легким ничего не почувствуете. И, естественно, обязательно плетеный шнур. На монолеске тоже ощущения будут совершенно не те, и структуру дна не поймешь. Поэтому грамм 60 хотя бы надо поставить груз, и тогда все будет более-менее понятно. Вот еще раз по другому направлению забрасываю. Вот здесь вроде бы чуть-чуть поинтереснее. Соответственно, можем это направление выбрать. Сейчас выберем комфортную дальность, поскольку, как я уже говорил, особо сильно далеко здесь кидать смысл не имеет. Выберем комфортную дальность заброса и будем на ней работать. Вот точно попала в нужное место ракета. Сами видите, прекрасно четкий, яркий ориентир, по которому теперь буду выставлять второе удилище. Проверяем зафиксированную дальность. О, идеально точно. Проверяем еще раз зафиксированную дальность. О, практически точно в цель. Один небольшой полезный совет. Если, допустим, сильный ветер, маркер сносит, или просто вам нужно выставить на двух фидерах одну и ту же дистанцию для совершенно другой ловли, есть такой простейший способ. Втыкаются две стойки на определенном расстоянии друг от друга, и вы на них леску с фидера сматываете, считаете количество оборотов, запоминаете, потом обратно ее наматываете на катушку, берете второй фидер, отматываете ровно столько же оборотов на этих стойках, клипсуетесь, и у вас получается точно такое же расстояние. Пока мы занимались промером, прикормка дошла. Как мы это определяем? Вот берем, сжимаем, и она практически у нас рассыпалась. То есть раньше у нас оставалась липкая такая колбаска, сейчас она рассыпается. Соответственно, ее надо немножко домочить. Немного вводим воду, проверяем. Вот еще совсем чуть-чуть надо, чтобы она снова стала немножко лепиться. О, отлично. Самое то, что нужно для того, чтобы начать прикармливание. Наполняем ракету пеллетсом и делаем пробку из прикормки,
чтобы пелец у нас оттуда не выскочил. И забрасываем. Еще раз. Вот тут очень удобный механизм откидной у ракеты. Мы ее вот так вот набиваем не до конца и делаем из прикормки пробочку, чтобы все это у нас не вывалилось. Таким образом мы можем доставить большое количество пеллица прямо в точку. Если маленькая ракета кажется вам не очень большой и что она доставляет мало прикормки, можно взять ракету побольше. В ней, конечно, за один раз значительно больше помещается прикормки. Обратите внимание, какую я катушку поставил себе на закормочное удилище. Это неспроста, естественно. Это мощная, большая тяговая катушка Акума RAV2, 65 номер. Хотя сама ракета, в принципе, может быть и не такая уж и тяжелая, скажем, там, на сверхсильном течении, если взять большую объемную кормушку 140 грамм, с прикормкой она будет весить примерно столько же, сколько вот сейчас будет весить эта ракета с пеллицем. Но когда мы выматываем эту ракету обратно, поскольку здесь выход воды только через вот эти дырки, она создает очень большое сопротивление. Ее надо скорее выводить на глиссер и потом желательно подматывать так, чтобы она глиссировала. Но все равно она создает довольно-таки сильное сопротивление в воде, поэтому мощная большая тяговая катушка совершенно будет не лишней. Ей можно будет просто мотать, не боясь за ее сохранность. В заключение сейчас я ракету поменяю на мини-спомб и закормлю прикормочным опарышем. Загружаем опарыша. Закрываем спомб. Отсюда видно даже, что раскрылся, нормально все. И вот обратно идет, сопротивления нет вообще никакого. Хочу еще раз обратить ваше внимание на эту очень удобную приспособу. Даже если вы не захотите заморачиваться с ракетами, будете кормить кормушками, в принципе, это, естественно, точно так же возможно. Ничего в этом страшного и криминального нет. Но вот такая штука очень полезная. С помощью ее можно доставить достаточно большой объем опарыша, например, того же кормового, и он сверху будет опускаться, отлично будет привлекать рыбу. Шум от нее небольшой, ей можно продолжать подкармливать сверху в процессе рыбалки. Она небольшая, любым удилищем вы ее спокойно закинете, даже трешкой лайтом совершенно спокойно. Также при выматывании не доставляет вообще никакого сопротивления, то есть не дает нагрузки ни на фидер, ни на катушку. Любой снастью вы этой штукой можете пользоваться. После того, как мы закончили первоначальный закорм, прикормку доводим до ума крупной фракцией. Добавляем кукурузки, добавляем пеллица, здесь он у нас работает как добавка, я еще гринбетаина обязательно добавлю, и, разумеется, животная составляющая, хорошую добрую порцию кормового опарыша. Все это в верхнем слое немножечко перемешаем. И вот такой прикормкой будем кормить. Фидер занял рабочее положение.
И пока мы ждем подхода рыбы, вряд ли прям сразу последуют поклевки, немножко хочу рассказать о принципах выбора, собственно, платника, на который вы поедете рыбачить. Поскольку это все-таки необычная рыбалка, вы собираетесь отдать достаточно существенную сумму денег за рыбалку, к вопросу выбора надо подойти довольно-таки серьезно. Как я уже говорил, платники бывают разные. К счастью, сейчас в интернете полно информации, которую надо заблаговременно изучить. Где, как, что. Уважающие себя рыбхозы и платники обязательно публикуют информацию, когда, что они запускали, зарыбляли, в каком объеме, какой навеской и так далее. То есть всегда можно оперативно получить информацию, насколько интересно и имеет смысл ехать или нет. Сами понимаете, если вы приехали, а в пруд в мае было запущено 300 килограмм карпа, вы приехали в конце августа и больше никто его не дозарыблял, вряд ли вы можете рассчитывать на хорошую рыбалку. Я приехал снимать фильм в Егорьевский рыбхоз. Это не случайно. Я знаю этот рыбхоз давным-давно. Во-первых, это именно рыбхоз, то есть рыбное хозяйство. Здесь выращивают карпа, разводят его. Это гигантское, совершенно огромное хозяйство, которое может себе позволить запускать карпа в достаточном объеме в свои пруды, чтобы вас всегда ждала хорошая, увлекательная рыбалка. Здесь есть пруды разные, разного назначения. Есть огромные, совершенно гигантские пруды, где не чувствуешь себя, как будто сидишь в аквариуме. На них рыбу никто не кормит, и она уже там живет практически по естественному расписанию. То есть можете приехать, и будут трудности с клевом. И поэтому придется применять все знания и умения, чтобы хоть что-то поймать. Есть садки, забитые до отказа рыбой, небольшие, для тех, кто хочет гарантированной рыбалки. В общем, все условия, какие угодно. К сожалению, как всегда бывает, рыбалка не без приключений. В том месте, где мы начали сегодня с утра съемки, мы съемки продолжать, к сожалению, не смогли по объективным причинам, и нам пришлось переехать на новое совершенно место. Время потеряно, казалось бы, все, но не стоит отчаиваться. Все то же самое, что вы уже видели, я проделал на этом месте заново, в кратчайшие сроки, прокормился, и сейчас мы начнем здесь ловлю заново. Кормежка наша увенчалась успехом. Вторая поклевка, точнее нет, поклевка третья, первая окончилась неудачей. Так, сейчас немножко его надо попрессовать, а то он хочет уйти в коряге туда, в коряге нам не надо. Второго благополучно взяли, не под камеру, вот третий, надеюсь, сейчас под камеру будет взят. О, еще корм из кормушки вымыться не успел, а он уже клюнул. Значит, все мы сделали правильно с нашими ракетами, с опарышами, пелицами. Под берегом традиционно идет борьба, не на жизнь, а на смерть. Карп — это такая рыба, которая никогда не устает. Вроде бы уже устал, а силы у него на последний рывок всегда найдутся. А тут его он пока к поверхности никак не подымешь. Хотя вроде не такой уж и большой. Лето. Вода теплая, рыба боевая. Очень сильная. Ну, давай. Вот что творит. Вот он попался. Взял на кукурузу с опарышем. Попробуем еще. Есть! Да что такое? Бойки они тут прям... Душа радуется. Не прошло и, наверное, 2 минут после заброса,
как последовала очередная поклевка. Похоже, рыба наконец-то поняла, где лежит корм, и хорошо на него так плотненько собралась. Опять я его прессую сильно слишком. Такой же, точно такой же. Примерно такой же, как и два предыдущих карпа. Сейчас будем его укращать. Подсак даже пока рано доставать, потому что пока он там полон сил и здоровья и хочет уйти в коряги. Под угрозой потери, но не дать ему все-таки туда уйти, потому что какая разница, как его потерять в корягах или если он просто соскочит. Он даже с фрикциона леску снимает. Опять хочет в коряге. Не дадим. Не дадим в коряге уйти. Вот он на чистую воду вышел. Пора брать подсачек. Все, попался. Да, примерно такой же калиброванной навесочки. Может даже чуть поменьше. Ну, самое пора поговорить теперь по теории. Итак, как мы сейчас ловим карпа? Сейчас у нас идет такая, скажем, классическая фидерная ловля. Примерно все делаем то же самое, как мы, если бы ловили на обыкновенном диком водоеме. Допустим, там того же леща. То есть определили место, прокормили его хорошенечко. И дальше ловим обычной кормушкой. Обычной оснасткой. Точно так же вот берем на крючок, насаживаем. Сейчас я ловлю на бутерброд кукуруза плюс опарыш. Ну, в принципе, поклевки есть. Я думаю, мы еще сегодня попробуем другой вариант. Это ловля на метод. Что тоже интересно. Что нужно сказать по такой ловле? Сейчас заброшу и расскажу. Ну все, насадка на месте. Что нужно сказать по такой ловле? Когда мы проводили сегодня первоначальное закармливание, мы делали это в том числе и с помощью ракеты. Особенно мне это помогло здесь, потому что приехали уже сюда поздно, полдень, и стояла задача в кратчайшее время накидать как можно больше корма в точку ловли. Что и было с успехом проделано. За 15 минут я отправил туда половину вот этой вот коробки пеллица с помощью ракеты. Еще немного кукурузы и опарыша. И, как видите, подход сработал. Если вы ловите вот таким обычным способом, ну, например, у вас нету вот этих вот карповых причиндалов, вы их там не успели купить еще или еще что-то, соответственно, вы должны ставить самую крупную кормушку, которая у вас есть, и не лениться перезакидывать. Нет, тут клюет. И не лениться перезакидывать почаще. Хотя бы для начала раз в минуту-две, а в дальнейшем переходить на режим прокорма раз в 5 минут. Еще что надо сказать. Когда вот кормили ракетой, был довольно сильный боковой ветер и немножко был разлет. В принципе, это ничего страшного. Когда мы кормим
ракеты. Глубина здесь порядка 1,5 метров. Соответственно, идет все равно сверху довольно-таки большой разлет этого пеллица. И, естественно, у нас получается довольно-таки обширное кормовое пятно. Это как раз именно то, что нам и нужно. Мы создаем большой такой, но не очень кормовой, не очень ценный кормовой стол. А потом в середину этого стола мы кладем нашу вкусняшку. Это, собственно, прикормка в кормушке и наживка. Так вот, если ракетой мы могли кормить не очень точно, то вот последующие забросы с кормушкой должны быть идеально точными в одно и то же место. Чтобы концентрировать уже карпа в той точке, в которой вы собираетесь его в дальнейшем ловить. То есть кормовой стол, он только служит как бы привлекающим фактором, а вот уже конкретная прикормка, она его концентрирует и собирает в одну точку. Вот пока рассказывал, попался еще один карп. Прекрасно. Сами видите, что если все правильно делать, способ это довольно-таки уловистый, не требует каких-то сверхъестественных затрат или каких-то непонятных снастей. Все как обычно, тот же самый фидер, с которым вы обычно ловите. Ну, вы прекрасно, хорошо в темпе ловите с ним карпа. Смотри. Снимает и снимает леску с фрикционом. Что ж там такого размера-то, какого рыба? Чуть-чуть покрупнее, что ли? Да, кажись, на пол хвоста крупнее. Все-таки он в коряге зашел. Нет, вынул я его оттуда. Не дам я тебе в коряге уйти, не надейся. Иди сюда. Уже пора в подсак. Уже пора тебе, дружок, в подсачек заходить. Молодец. Да, этот чуть покрупнее, чем предыдущие, поэтому с ним и возни было побольше. Вот он, чуть-чуть покрупнее, чем предыдущие. Упирается насмерть. Крючок попался какой-то боец, или он очень боевой, или он все-таки должен быть покрупнее, чем предыдущий. Вот приходится скакать здесь по всему побережью, чтобы не дать ему зайти в крепкие места. Вот вроде вышел. Не пойму, то ли он чуть крупнее, то ли просто уж какой-то сумасшедший сильный карп. Никак пока даже он подтащить не могу. Бьется намертво. Да нет, вроде не такой большой. Хорошую мы там стайку собрали. Поклевки следуют одна за другой. Коряги нельзя, 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 сюда можно.
Так, пока ты не прочухался. Вот он. Еще один. Вроде карпик-то небольшой, но упористый. А, вот в чем дело. Он как-то так особым образом за край губы зацепился. Видимо, поэтому так и шел с трудом. Отличный экземпляр. В котомку его. Карпы все странные. Один начинает упираться в глубине, потом быстро идет к берегу, не очень упирается. Этот сейчас изображал из себя 300-граммового там на глубине, а подошел под берег и начал здесь беситься. Сейчас мы выясним все-таки, кто он такой. Есть все-таки подозрение, что он чуть поменьше, чем предыдущий. Да нет, он крутит, упирается. Примерно, видимо, такая стандартная навеска здесь в пруду более-менее одинаковая. И как раз вот такого вот размера, который у нас сейчас и ловится. Ну давай, давай. Да, а вот в глубине вообще не упирался, шел как маленький. А под берегом начинает творить всякое. Это вам не лещ. Это будет биться до последнего. Да нет, такого же примерно и размера, плюс-минус 200 грамм. Красавец, красавчик. О, кажется, зеркальный попался. Взял буквально через минуту после заброса. Так, ой. Зеркальный, как всегда, зеркальный это... Двое более сильных, можно считать практически. Размера-то такого же примерно, но он зеркальный. Так. Попался, дружочек зеркальный. Сейчас мы на него вблизи посмотрим. Какой он красавчик. Вот он красавец. Давайте посмотрим, насколько мы хорошо раскормили карпа. Забрасываем. Идеально попал в точку. И посмотрим, как сейчас будет дело с поклевками обстоять. Ну, а пока ждем поклевку. Что еще хочется рассказать? Ну, уже вот, можно сказать, что рыбалка у нас удалась. Норму свою я уже выполнил, поймал. То есть, в принципе, как видите, даже то, что нам не удалось нормально ловить в первом месте и пришлось переезжать, оно, в общем, нам не повлияло практически на результат. Результат свой мы все равно сделали. То есть, если делать все правильно, то результат будет, как я обычно это всегда и говорю. Но, конечно же, не всегда все так здорово. Кто-то уже ходит у меня вокруг крючка. Далеко не всегда все так складывается отлично, и все так хорошо с поклевками, и рыба постоянно часто клюет. Частенько все-таки есть.
Ну вот сколько прошло времени, буквально минута после заброса, уже поклевка. Частенько бывает так, что рыба не настроена брать, не в настроении, или ее мало, или еще что-то. И тогда, естественно, понадобится применять какие-то хитрости для того, чтобы не остаться без улова. Вот о том, что можно применить, я думаю, и стоит рассказать сейчас, потому что, ну, это уже не интересно. Заброс, поклевка, вываживание, заброс, поклевка, это уже интерес теряет. Поэтому я постараюсь сейчас в оставшейся части фильма рассказать некоторые моменты, которые можно применить для того, чтобы улучшить свой результат. И самый первый из этих моментов, это, конечно же, своевременный и качественный докорм. То есть, как мы сегодня начали ракетой кормить, вот, несмотря на то, что рыба у нас сейчас хорошо активно клюет, и что, в общем-то, частота поклевок нас устраивает, все равно необходимо обязательно докормить крупной фракцией. Потому что, если своевременно не давать рыбе хорошего корма, она может выесть то, что мы ей накидали. Рыбы, как видите, много. Представляете, если через минуту идет поклевка, значит, рыбы довольно много. Все кормовое пятно она может выесть достаточно быстро и потерять к нему интерес. Поэтому вот сейчас рыбку поймаем. Опять, по-моему, зеркальный попался. Точно. И после этого обязательно докормим массово. Готов. Поменьше, чем предыдущие. Поэтому с ним и управился побыстрее. Ну, зато вот обратите внимание, заброс, минута, поклевка. Сказано, сделано. Решили докормить, надо это делать. Потому что легко увлечься и потерять темп. Так что набиваем ракету и отправляем ее в точку ловли. Ветерок подстих, условия практически идеальные. Оп. И очередная порция пеллица пошла сверху осыпаться. Что мы еще можем противопоставить капризной рыбе? Ну, например, такую штуку, как дипы. В общем-то, все эти дипы придумали на самом деле карпятники, и не стоит этим пренебрегать. Можете использовать спреи, можете использовать обычные дипы. Вот у меня здесь специальные карповые дипы, в которые очень удобно прям вот макать насадку. Насадку обмакнул в дип, и оно готово. После этого забрасываем и смотрим на реакцию рыбы, как она относится к этому, положительно, отрицательно. Смотрим, какой дип работает. Один дип может работать, другой дип может не работать. По крайней мере, попробовать надо. Идеально в цель. Я думаю, поклевки ждать долго не придется. Что еще? Раз мы начали говорить про такие моменты, которые позволят насладиться поклевками в капризный клев. Будьте готовы к тому, чтобы уменьшить размер крючка. Конечно, если у вас карпы все там от 5 килограмм и выше, это не вариант. Но если у вас обыкновенные карпики навеской там 1-2 кило, то совершенно спокойно можете опускаться до... Да, вот он. Совершенно спокойно можно опускаться до 10 номера Камасан B983. В принципе, на очень сильном карпе этот крючок может разогнуться, но если у вас карп капризный и не берет большие и толстые крючки, этот крючок позволит вам поймать хоть что-то и получить какие-то поклевки. Допустим, если вы поставите там 4-й номер крючка, поклевок нет, то имеет смысл
поставить маленький крючочек десяточку, и глядишь, тут же получите поклевку. Сейчас я его от коряк отвожу, а то он просто вот ну очень хочет туда попасть. Угу. Ага. Наша взяла. Ток-ток-ток-ток. Куда? Это же как паровоз просто. Вроде карпы небольшие, а бешеные. Сейчас я ловлю крючками дреном. White Gap специалист. 8 размера. В принципе, отличный карповый крючок. Вот для тех карпов, которые сейчас есть, идеально подходит и справится с гораздо более крупными экземплярами. Но довольно-таки толстая проволока. Аж из-под сака убежал. Довольно-таки толстая проволока. И надо сказать, что если клев будет особенно капризным, то такой крючок рыба может игнорировать. Ну или, скажем так, ловиться на него значительно хуже, чем на другие. Чем на более мелкие. Поэтому надо быть готовым перейти на более тонкий крючок и более маленького размера. Отсюда у нас встает вопрос. Если у нас крючок будет меньше, а как же мы на него насадим насадку? Сейчас расскажу. Очень часто в рыбхозах карпа кормят комбикормом, или мы пришли и кормим активно пелицем. И он будет, в принципе, хорошо на эту наживку клевать. Но как вот пелец, как его насадить на крючок? Опять-таки, все уже придумано. Для того, чтобы насадить гранулу на крючок, есть такие вот специальные фиксаторы, которые с одной стороны протыкаются крючком, а с другой стороны в них вставляется гранула. Мы используем маленькую дырочку, протыкаем крючком, а в большую вставляем гранулу. И таким образом колечки эти силиконовые, держат они хорошо. Таким образом она будет держаться на крючке. Обязательно стоит также обратить внимание на специализированные карповые крючки. Вот у меня здесь есть, например, некрупные специальные крючки нэшевские. Очень хорошие тоже, отлично держат карпа. И у них такое неплохое сочетание размера с толщиной проволоки, что вроде как и будут держать достаточно крупную рыбу, не разогнуться. И с другой стороны не очень большие. Так вот, переходим на более маленький крючок. А как же быть, мы только что на крючок насаживали там по 4, по 5 кукурузин, например, или ворох опарыша и кукурузу, вот как я сейчас делаю. А на маленький крючок уже этого всего не насадить. Конечно же, карпятники уже давным-давно все за нас придумали. Называется это волосяная оснастка. Но мы ее покажем чуть-чуть попозже, когда покажем ловлю методом. Тебе никто не мешает волос прилепить к любому поводку, который у вас имеется в наличии. И, собственно, раз уж я заговорил про метод, то я бы хотел сегодня в этом фильме также еще и осветить немного ловлю методными кормушками, как это все происходит. Для начала нам понадобится, собственно говоря, методная прикормка, которую мы сейчас заново с вами замешаем. Точное попадание. И все, никак мы не перейдем к методной прикормке, придется вынуть фидер, чтобы не случилось поклевки, потому что поклевки идут практически постоянно, и
будут мешать нам заниматься прикормкой. Я одну руку положу на фидер, чтобы не проспать поклевку. Что еще? Раз уж я забросил. Какой момент? А вы попробовали поменять наживку? Хотя бы даже пусть же на тот же крючок, без всяких волосов, безо всего. Или ловите постоянно на стандартную кукурузу, на которую все ловят на платниках. Кукуруза, опарыш, червь, их комбинации. Специальная плавающая кукуруза. Вот она у меня здесь лежала. Вот такая вот. Пелец, в конце концов, тот же самый, привязать к крючку через вот такие вот специальные колечки. Это все сейчас покажу, как это делается. Вот. Все ли вы эти наживки перепробовали? Дипы, опять же. То есть, обязательно надо экспериментировать, что-то подбирать, пробовать и не сидеть, просто не ждать поклевки. Вот он. По-моему, это уже рекорд. Секунд 15 после заброса прошло. Все. Вытаскиваю эту рыбу и начинаем месить методную прикормку. Потому что это иначе оторваться невозможно. Они клюют и клюют, как заводные. Так, встал что-то он там. Рогом уперся и встал. Так, давай-ка сюда. Вот так надо возвращать в исходное состояние, чтобы он не мешался. О. Красавец. Сегодня я ловлю фидером 360 медиум с абоняевской прошкой. Это, конечно, ощущение выше крыши. Я бы с удовольствием ловил лайтом, но поскольку хочу сегодня метод показать, специально выбрал чуть-чуть помощнее удилище. Зашел в кусты. Теперь только если сам выйдет на чистую воду. Вышел? Вышел. Вот если в кусты заходит, держать под натяжением намертво. И если коряги не мертвые, конечно, то прибрежные кусты, из них выйдет сам. Что там как-то даже вот не хочет на поверхность появляться. Бойцы, ничего не скажешь. Это, наверное, сегодня рыба дня. Я так думаю. Да, это точно рыба дня. Пока у нас еще больше не ловился. Тут он по всем кустам и пошел, а корягам. Вон он какой. Красавец. Пока мы будем заниматься прикормкой методной, нам надо, чтобы карп оставался в точке ловли. Поэтому набиваем ракету и отправляем ее туда. Набили ракету и закинули ее. Переходим на метод. Прежде всего нам потребуется совершенно другая прикормка, методная. Берем специальную методную прикормку и замешиваем. В ассортименте гринфишинга есть методная прикормка. У меня есть пакет с ней. Высыпаем, замешиваем. Чем она отличается от обычной? Она более липкая. Она должна держаться на кормушке сверху, просто на ребрах жесткости.
Поэтому она более липкая, но при попадании в воду она такая оседает таким холмиком. А сверху наживка, сейчас все сами увидите, как это все будет формироваться. Попробуем арому тутти. Я думаю, что она сегодня тоже неплохо сработает у нас. Немножко пол пузырька налью, потому что я всего килограмм мешать буду. И, собственно, перемешиваю. Какие есть особенности при приготовлении методной смеси? Первый раз делаем все то же самое, как и с обычной прикормкой. Увлажнили, так, чтобы она начала лепиться. Все, и дали ей настояться. Вот второй момент, второе увлажнение, будет наиболее важным, потому что методную смесь всегда очень легко перемочить. Поэтому будем действовать предельно аккуратно и осторожно, чтобы не получить пластилин. Она, конечно, лепиться должна, но она должна потом и распадаться на дне. Первоначальный замес увлажнения сделали. Прикормка доходит. Пока она доходит, вполне можно поймать карпа другого. Какой-то бешеный вообще, еле вывел. Прошло, наверное, минут 5. Я поймал очередного карпа, а прикормка наша уже дошла. Вот, в отличие от обычной, она все-таки не так совсем разрушается. Она такая как бы пластичная немножко все-таки, но она дошла. Теперь мы ее будем домачивать очень осторожно. Можно из пульверизатора это делать. Я просто буду очень аккуратно сейчас буквально по каплям добавлять воду. Добавлять воду буквально вот так вот все. Еще буквально вот капелька добавили, провернули. Еще и постоянный контроль консистенции, как у нас она выходит. Еще надо вот совсем чуть-чуть. Можно на этом этапе уже пользоваться пульверизатором. Здесь лучше несколько раз себя перепроверить, чем испортить прикормку. О, в принципе, очень похоже на нужную консистенцию. Сегодня мы будем ловить методом с использованием кормушек флет, так называемые кормушки. Флет инлайновские. Вот мы взяли одну такую кормушку. И сейчас покажу, что это такое, с чем ее едят. Ну, для начала пару слов о самой кормушке, что это такое. Вот кормушке еще дается такая вот специальная формочка для того, чтобы удобнее было формировать прикормку. Леска проходит через кормушку насквозь. На задней части есть вот такой вот коннектор, к которому с одной стороны крепится основная леска, с другой поводок. И коннектор входит вот сюда вот в специальное отверстие. Получается вот такая штука. Сверху здесь будет горка прикормки, а на самом верху будет лежать наша наживка.
В чем фишка? В том, что, во-первых, эта кормушка всегда упадет на дно вот таким вот образом. У нее вот она подошва, она всегда ляжет на дно вот таким образом. Площадь довольно-таки большая, и на относительно мягком дне она аккуратно на него ляжет, может быть, до конца не провалится. Методная прикормка даст такой холмик, со временем она распадется, даст такой холмик вкусной прикормки, наверху которого, как вишня на торте, сидит наша с вами наживка. Какие особенности? Поводок здесь короткий, здесь поводок 7-8 сантиметров. Желательно делать его из плетенки, потому что если сделать его из обычной лески, он же вот здесь будет так изогнут, и при распадении прикормки он может из-за жесткости лески выскочить, и, в общем, смысл-то весь в том, чтобы наживка в центре прикормочного пятна лежала, а так смысл как бы потеряется. Ну, это не догма, можно использовать мягкие лески и так далее. Специальная формочка-формирователь. Здесь есть внутри специальное углубление под наживку. Мы кладем сюда наживку. Сверху прижимаем кормушкой. Вынули, получилась готовая прикормка. Сейчас все это посмотрим на практике. Сначала привяжем кормушку, сделаем поводок. Пока там рыба не разбежалась, надо быстро смонтировать оснастку. Отрезаем паттерностер, он у меня тем более уже походил довольно-таки много. Несколько рыбалок карповых, поэтому ему уже давно пора на пенсию. У нас остался свободный конец. Пропускаем его через кормушку. Пропускаем леску насквозь через нашу кормушку. Сейчас вот в отверстие попаду только. Так, она должна у нас выйти с другой стороны. Угу, вот она уже вышла. Теперь на конце вяжем самую обычную петельку. Для того, чтобы прикрепить к коннектору, можно использовать простейший узел восьмерку. Здесь совершенно это не важно. Прочность должна быть нужная, и все. Смачиваем, затягиваем. Лишний кончик лески обрезаем. Получилась вот такая вот петелька на конце. Берем коннектор, сдвигаем стопор его вниз. Открывается наша прорезь. Заводим сюда петельку и сдвигаем коннектор обратно вверх. Сейчас свяжем нужный нам короткий поводок. Я вот специально взял мягенькую плетенку 0,1. У меня нашлась. И сделаем также под волос петельку. Пропускаем ушко крючка. Вот в данном случае у меня крючок с ушком. И завязываем обычный узел. Как если мы привязываем крючок. Этот ролик у меня уже есть. Его можно посмотреть отдельно. Там все очень подробно рассказано, как привязать крючок. Единственный момент, мы оставляем вот этот вот участок лески подлиннее, потому что на нем мы впоследствии завяжем петельку. Вот и все. Так что давайте сначала привяжем крючок. Еще раз говорю, что подробно это можно посмотреть в отдельном специальном небольшом видеоролике. Делаем несколько оборотов. И пропускаем свободный конец через петельку. Смачиваем и затягиваем. Тут у нас получился крючок, привязан узлом, и длинный свободный хвост, из которого мы сейчас вот здесь вот на таком примерно расстоянии сделаем петельку, которая нам необходима. Вот у нас получилась небольшая петелька. Теперь завершаем формирование поводка, собственно, второй петелькой для поводка. Завязываем вторую петельку, крепежную, за которую поводок будет крепиться к коннектору. Обрезаем лишний хвост. И, собственно, наша задача по изготовлению поводка выполнена. Кому не хочется, лень, сложно и так далее, делать это самому, это все
можно приобрести, естественно, в уже готовом виде. Навязанные, готовые, только надевай и пользуйся. Берем наш двухсторонний коннектор и на вторую сторону одеваем поводок. Его, конечно, лучше одевать первым, потому что плетенка мягкая, как нитка. И тогда второй, более толстый монофил будет гораздо легче одеть. Сдвигаем коннектор. Вот у нас система получилась готова. Осталось только заправить коннектор вот так. Можно потянуть за леску. И все. У нас все готово для того, чтобы наживлять, прикормку набивать и закидывать. Ради интереса мы еще и попробуем половить на вот такую вот всплывающую искусственную кукурузу. В ней уже проделаны специальные даже прорези под стопора. Вместе с ней даются сами стопора. Берем иголочку специальную вот такую вот. Протыкаем это все насквозь. Здесь на иголочке есть вот такой вот крючочек. Сюда заводим петельку и продеваем ее через нашу наживку. Вот так вот. Чтобы это все хозяйство не слетело, фиксируем все это прилагающимся к ним стопорами. Стопор заводим в петельку и петельку полностью выбираем. Вот так вот. Здесь есть специальное отверстие, куда она прекрасно ляжет. Вот если мы сейчас посмотрим, мы увидим, что вот здесь вот она зафиксирована стопором. Наши дальнейшие действия. Кладем наживку вот сюда в углубление. И вот так вот впрессовываем туда кормушку. После чего аккуратно вынимаем ее из формы. И смотрите, какая у нас получилась классная штука. У нас получился такой бомбочка такая, отличной аэродинамической формы, которая прекрасно будет лететь, пробивать любой ветер, ложится всегда на дно вот таким вот образом. А наверху наша вкусняшка. Стоит прикормке чуть подразмыться, эта плавающая насадка всплывет, будет нам с вами поп-ап. В методную прикормку точно так же можно ввести крупную фракцию. Вот я сейчас сюда добавил гринбетаина, пелица, кукурузы. При достаточной клейкости она все это в себе нормально будет держать. И привлекательность прикормки таким образом для рыбы можно увеличить. Вот уже были какие-то шевеленки, сейчас попробуем поймать рыбу. Когда ловим на метод, на шевеленки не обращаем внимания, потому что... Если рыба роется в кормушке, а именно там она и роется, там и наживка, и прикормка, все в одном месте, то, естественно, будут идти какие-то шевеленки на вершинке, но подсекать надо только при уверенной подтяжке. Еще раз, как мы набиваем, укладываем наживку в специальное там углубление, накидываем прикормки, все это дело прижимаем тщательно кормушкой и вынимаем из этой формочки, отлично она выходит. Вот у нас получилась бомбочка, которую мы закидываем. Ну это вообще карась. Отцепился. Туда ему, конечно, и дорога. На метод взял не крупный карась первым делом. Бывает. Целились в карпа, клюнул карась. Что-то как-то у нас на плавающую кукурузу особо много желающих нету клевать. Поэтому я ее снял и попробуем теперь на волос насадить обычную кукурузу.
В принципе, делается это точно так же. Она прокалывается иглой. Сейчас вот возьмем побольше кукурузинок. Потом иголочка просовывается в петельку. И с иглы кукуруза перемещается на волос. После чего иголочка откладывается, а в петельку вставляется стопор. Если нету покупных стопоров под рукой, можно использовать веточку, травиночку. Выкрутитесь. Получилась у нас вот такая вот гирлянда. Кто же это у нас на метод клюнул? Вот он. Под берегом, как всегда, бьется намертво. У, зеркальный. Попался, дружок. Стандартный размерчик, только зеркальный. На кукурузку. Очередной заброс с флетом. Ждем, может, что клюнет. О, есть. Ничего себе давит. Надо фрикциончик отпустить слегка. Вот дает. Карп тут боевитый какой-то. Ага, в коряге пошел? Не, в коряге мы тебя не пустим. Так, 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 опять в коряге пошел. Опять в коряге пошел. Нет, вышел. Куда в садок? Куда в коряге? Куда? Ты смотри, что творит, из садка выпрыгивает. Есть. Отличный карп. Среднего размера попался, который здесь сегодня водится. Ближе к вечеру еще кто-то покусился на наш флет. Естественно, естественно, он норовит зайти в коряги. Мы же ему этого сделать постараемся не дать. Так, так. Ух ты! Едва успел фрикцион отпустить. Так. Опять такой средний стандарт. Видишь, они могут рывки делать. Вроде уж и к берегу их подвел. Они рвут, как электрички, все равно. Так что ж тебе там в корягах? Thank you.
клево попался. О, между прочим, неплохой размерчик, ты чёшь. Крючок долой. Аж кормушку он с коннектора вышиб. Нормальный такой. Крупнее среднего карпик. Рыбалка завершена. Сегодня очень неплохо, я считаю, мы потрудились. Несмотря на форс-мажор, который приключился посередине рыбалки, с середины дня нам удалось наверстать упущенное и даже, я считаю, сильно выступить, несмотря на все обстоятельства, которые были против нас. Тем более, что мы попробовали несколько разных способов ловли. Посмотрели на небольшие маленькие хитрости, которые можно применить на платнике для того, чтобы выбрать свою норму. Я взвесил рыбу, получилось 23 килограмма. Результат очень приличный, если учесть, что времени потрачено было очень много из-за форс-мажора. И когда мы перешли уже на ловлю методом, клевало уже совсем не так здорово. Не из-за того, что это метод или еще что-то, а просто у рыбы пропал уже аппетит. Она перестала питаться, уже клевала в час по чайной ложке. В завершение хочется сказать спасибо администрации Егорьевского рыбхоза за то, что предоставили возможность снять фильм на их замечательном рыбхозе. Также благодарность отдельная магазину Fishpoint за предоставление различных снастей, которые одинаково годятся как для фидерной, так и для карповой рыбалки. Всего хорошего, до свидания. Ни хвоста, ни чешуи. Ну, естественно, перелов значительный. Рыба мне в таком количестве не нужна, поэтому лишнюю рыбу отправляем обратно в водоем. Она еще кого-нибудь порадует своими поклевками.